Добрый день, дорогие друзья. Техцентр «Автопилот» снова приветствует вас. У нас сегодня в ремзоне автомобиль Toyota Corolla 2010 года выпуска с автоматической трансмиссией, бензиновым двигателем, 1.6 объем, пробег на автомобиле 138 тысяч километров. Клиент обратился к нам с заявленными работами, замена масла в коробке со снятием поддона и свечей зажигания. Будет устанавливаться вот такой фильтр, который находится в поддоне. Демонтировали сейчас сам поддон. Сейчас очистим сам блок соленоидов, плиту. Ну и установим новый фильтр. При снятии поддона и сливе масла, масло достаточно было грязное, поэтому клиент вовремя производит замену. Если замену не производить, то ну, потом будут проблемы с коробкой. По времени такая работа у нас займет около 3 часов, и сумма ремонта составит 3600 рублей. Мы даем гарантию на свою работу 24 месяца. При этом несем полную материальную ответственность за все рекомендации и произведенные нами работы. Если у вас возникают какие-нибудь вопросы по ремонту и обслуживанию автомобилей, звоните. Мы всегда на связи, готовы вам помочь. Спасибо за внимание. Удачи на дороге.